Аккуратно в ряд на центральной площади города выстроились новые автомобили «Лады Гранта» и машины скорой помощи. Всего 27 единиц техники. Отсюда они направятся в центральные районные больницы и будут служить во благо здоровья жителей области. 14 автомобилей скорой медицинской помощи, которые поступили в регион на безвозмездной основе для региона в рамках федеральной программы по модернизации автопарка скорой медицинской помощи. И, кроме того, в рамках национального проекта здравоохранения 13 автомобилей было закуплено Министерством здравоохранения на сумму более 10 миллионов рублей. Работа по обновлению автопарка машин скорой помощи в регионе продолжается с 2016 года, а в 2021 году началось оснащение и легковыми авто. Основное назначение грант – транспортировка врачей до жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, и для транспортировки пациентов до центральных районных больниц или в областные учреждения здравоохранения. В прошлом году на этой же площади Алексей Юрьевич вручал мне, как главному врачу Николаевской районной больницы, 3 машины «Лада Гранта». Сегодня получаем вот 2 машины скорой помощи. Это очень большое подспорье для сельского здравоохранения, тем более удаленного от области на 250 километров. Основное население районов проживает в селах, разбросанных по всей территории муниципального образования. Поэтому для быстрого реагирования поликлиникам центров районов свой автопарк специализированных автомашин просто необходим. 2 кареты скорой помощи и 1 «Лада Гранта». Карет скорой помощи будет использоваться, естественно, это как скорая, плюс для выполнения неотложной помощи. Что касается «Лада Гранта», то это как выездная для города, потому что малолитражная, допустим, для поездки за анализами. А для транспортировки пострадавших скорые укомплектованы всем современным оборудованием от аппарата ЭВЛ до кардиографа. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.